Традиционно кинотавр начался с прохода артистов по красной дорожке. Престижный кинофорум собрал и в этот раз звездный состав отечественного кинематографа. Сегодня днем дождь не на шутку напугал артистов, а как же вечерний макияж и нарядные платья. Но открытие российского кинофестиваля «Кинотавр» редко сопровождается непогодой, чаще громкими аплодисментами и теплым приемом сочинской публики. А рукоплескать было кому? Председателю жюри «Кинотавра» Евгению Миронову и актрисам Юлии Пересильд, Марине Александровой, Светлане Ходченковой, Виктории Толстогановой, тут же режиссеры Павел Чухрай, Карен Шахназаров, Владимир Хатиненко. Здесь можно было неожиданно увидеть именинницу Глюкозу с Александром Ревой в красном женском платье своего персонажа из нового фильма Мариуса Вайсберга. Одни на кинотавре участники, другие просто гости, как, например, Екатерина Волкова, Егор Дронов из сериала «Воронины». Если честно, я первый раз. Мне никогда не складывалось, чтобы приехать. Обязательно были какие-то препятствия. Или съемки, или заболел ребенок, или мы уезжали отдыхать, или был спектакль. И всегда какой-то выбор. А сейчас просто так звезды, видимо, сложились. Мы здесь снимаем. Сегодня погода не самая солнечная. Нам дали выходной. И вот мы тут все оказались. Всю неделю в Зимнем театре будут показывать конкурсные киноленты, большинство из которых снято режиссерами в возрасте до 30 лет. В их числе фильм «Урок» Ивана Шахназарова. Провинциальные музыканты отправляются покорять музыкальный олимп Москвы. Чем дальше они удаляются от дома, тем опаснее их приключения. Это Москва, это радиоурок. Это реально наш шанс. Взял тебе деньги с вокзала, жму. Слушай, я же не знал, что такая жопа начнется. Мне показалось, что человек, который это делает, Ваня Шахназаров, очень знает, чего он хочет и очень этого хочет. И поэтому он был абсолютно убедителен, когда мы с ним встретились для того, чтобы обсудить возможность моего там участия. Я с радостью согласился и не пожалел. Все равно я, конечно, субъективно смотрю, он мой сын, и я... Понятно, но мне очень не нравился сценарий, скажу откровенно. Я ему говорил про это. Я, честно говоря, не верил, что из этого сценария может получиться картина, но я ошибся. Она, на мой взгляд, получилась. Представлены на конкурсы работы серьезных мастеров. Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». За главный приз он поборется и на кинотавре, и на международном кинофестивале в Карловых Варах. В программе смотра конкурса и специальные показы. Анна Каренина «История Вронского». Исполнительнице главной роли Елизавете Боярской в этот вечер было задано, пожалуй, больше всего вопросов. Я, допустим, жду очень фильм Кирилла Плетнева «Жги». Завтра я успею все-таки сходить на фильм «Блокбастер». Я очень жду новый фильм «Анна Меликян». Сегодня мне также удастся посмотреть фильм «Чухрая». И, ну, в общем, как бы сказать, мне интересно, и по-своему каждая картина интересна. «Кинотавр» никогда не менял свои прописки. Зародившись в 1989 году, вот уже 28 лет он ежегодно проводится на сочинской площадке. Любой «Кинотавр» – это праздник кино. И очень много и сочинцев, и гостей города приезжают на этот праздник. И это еще один раз говорит о том, что в городе Сочи очень много событийных мероприятий. Но если мы говорим, что уже более 200, и эти 200 появились совсем недавно, уже после Олимпийских игр, то «Кинотавр» – наш старый-старый друг. «Кинотавр» не меняет и своей программы. 28 короткометражек представили начинающие режиссеры. Своему зрителю им есть что сказать. Лучшие попали на конкурс «Кинотавр. Короткий метр». Мы, конечно, снимали все под Новый год. 4-5 числа у нас были две смены с Гошей Куценко. Это было просто неимоверно интересно. И практически сразу, как только мы отправили нашу заявку, нас взяли, и вот мы здесь. Итоги короткого метра подведут уже 10 июня, а основного конкурса 14-го. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.